Удивительная картина открылась перед взором водителей. Те, кто проезжал по северной окружной дороге, могли увидеть нетипичную для нашего города картину. Расчищая себе путь от ледяного плена, по реке Трубеж прошел буксир «Яна». Владимир Богданов работает техником-смотрителем подъемного моста более 5 лет. Но он удивлен не меньше очевидцев. Первый раз такое, чтобы ледокол ходил. В этом году весна поздняя. В это время сюда уже лед сходил, а в этом году никак. Морозы стояли до последнего. А уже именно с порта плавать надо. 2 дня работники порта разбивают лед. Существует несколько способов для освобождения реки от зимней спячки. Путем разрезания льда с последующей раздвижкой образовавшейся полыньи или же путем продавливания и раскрашивания льда весом судна. В данном случае использовался второй вариант. Буксир «Яна» предназначен в том числе для этого. Буксир сделан так, что специально наезжает на лед и своей массой обваливает лед. Это не ледокол, а просто тяжелый буксир. В регионе в ближайшее время начнется навигация. Несмотря на то, что погода немного скорректировала планы речников, уже в понедельник-вторник выход к оке будет полностью освобожден. А пока разбитые частицы льда блестят на весеннем солнце, как драгоценные камни, будто прощаясь с наконец-то ушедшей зимой. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город».